Приветствую вас, друзья! Сегодня у нас на обзоре прицел «Загонник» 1.6. Прицел во второй фокальной плоскости комплектуется своим же фирменным моноблоком с выносом, что подразумевает, что данную оптику можно ставить на AR-15. Со мной связался представитель этой фирмы, бренд не на слуху, ну то я как понимаю, хотят зайти на рынок. Попросил у них какой-нибудь образец на обзор. Мне прислали вот этот прицел. Давайте посмотрим сейчас распаковку. Посылка с прицелом. Очередной бренд, который хочет зайти к нам на рынок. Так. 1.6 это загонник у нас. Хотя я просил другой. Ну вот, сразу в кольцах установленный. Так, есть батарейки у нас, две штуки. О, спасибо, мне как раз их не хватало. Так, смотрим, что это у нас за чудо. Смотрим спецификации, подсветка Red и Green. Кратность 1.6 у нас. 1/2 МОА цена клика, труба 30-я, скорее всего вторая фокалка, аэрелиф у нас тут, так, установленный уже сразу в кронштейн. Life. Крышки прозрачные причем, то есть можно стрелять прямо через него. Так, даже сетку видно. Сейчас покажу. Она здесь указана. Вот она, эта сетка. Она баллистическая. И во второй фокалке. Так, ну достаточно упруго все крутится. Прицел уже сразу установлен. Даже интересно, как они установили. Просто прикрутили или нет. Так, барабанчики под крышками. Так. Абсолютно взаимозаменяемые. Клики четкие. И барабан с возможностью обнуления. Это хорошо. Это очень даже неплохо. Так, ну здесь надо что нам? Проверить механику, проверить оптику, куда-то его поставить и пострелять. Здесь достаточно интересная инструкция. В принципе, все понятно. Есть параметры, которые здесь заявлены по механике, по оптике. Это, в принципе, можно все проверить. Прицел имеет подсветку, имеет интересную сетку. Она является баллистической, то есть можно использовать ее для введения поправок. Это мы тоже сможем протестировать. Но единственное, у меня нету AR-15, у меня есть, ну, наверное, леший, на который можно поставить этот прицел. И на который, надо сказать, достаточно часто покупают загонники. Это, вот, наверное, единственная пневматическая винтовка, на которую вполне уместно ставить загонные прицелы, так как задачи у всех разные и возможность стрельбы в режиме полуавтомата, она расширяет эти возможности. Ну, в тот же плинк, особо не требовательный какой-то кучности, поэтому, в принципе, можно поставить. Ну и также это любые акимоиды, AR-система, на которую также уместно поставить данную оптику. Крышки, кстати, прозрачные, то есть можно вполне себе стрелять через крышки, если это очень сильно нужно. Также в паре с коллиматором можно, естественно, его использовать. Прицел достаточно легкий, качественное анодированное покрытие, тугая, но в меру упругая работа трансфокатора, никаких люфтов нет, работа подсветки достаточно корректная. Барабаны, как и на многих загонных прицелах, под крышками. Ну, понятно, что вы не будете стрелять, внося поправки по
кликом, соответственно, будете работать именно на дистанции прямого выстрела, что наиболее логично для таких прицелов. Тем не менее, давайте сейчас проверим механику, проверим сетку прицела. У нас здесь есть картинка с заявленными характеристиками. То же самое все продублировано на сайте производителя. Скриншоты вы здесь видите. Обычная батарейка для подсветки здесь. Но один из вполне себе рабочих инструментов. В данном ценовом сегменте конкуренция достаточно большая. Но больше интересует, конечно, какие характеристики у него есть. Ну что, давайте изучим механику этого прицела. Клик у нас 1,2 дюйма на 100 ярдов. Это типично охотничьи поправки. Посмотрим, сколько они будут истинными. Так, установил на скамью. Сейчас сеточку покажу вам. Такая сетка. Так, что-то у нас... кратности мало, поэтому будет так. Так, вот 6 крат у нас. Вот такая сетка. Сейчас фокус упал. Ну, типичная сетка. Есть какие-то деления, можно, кстати, это сейчас даже посмотреть. Похоже, какая-то баллистическая сеточка. Разберемся. Ну, а что тут разбираться? У нас тут есть... легенда, то есть между первым пеньком 30 мова, потом идет у нас непонятно сколько, 5 мова, то есть 35 должно быть. Ну, сейчас посмотрим. Интересно, здесь вот у нас клики на 200 ярдов 1 дюйм, на 300 ярдов 3 вторых. 50 ярдов, 1/4 дюйма. Очень даже интересно. Ну вот, что у нас получилось. Очень даже неплохо получилось. 57 миллирадианов. Запас вертикали. Цена клика, да, соответствует заявленной. 0,5. Вот до 10 тысячной. Смотрите. Ну, здесь 0,49. Чуть-чуть не хватает. Здесь 57 рад, здесь сейчас точно скажу. Запас горизонта получился 40 миллирадиан. Вполне себе для всех задач. Ну, поставлю я его на лешего, потому что у меня R15 системы нет. Ну, а на какие-то высокоточные винтовки ставить его никакого смысла нет. Ну, вот смотрим, вот эта установка, любимая всеми, чтобы он не выступал за торец барабана. Ну, которую я считаю так себе, но оно здесь вполне уместно. Вот в таком варианте и можно попробовать с него пострелять. И, кстати, дам по баллистике тогда подсказку, как использовать сетку с теми разметками, которые есть и на какой кратности. Вот прицел установлен на лешем. Такая прицельная марка. Можно положить его в сложном состоянии. За срез не выступает. Так, по данной сетке хочу прокомментировать. Можно использовать ее как баллистическую. Вот я сделал расчет. Пулька 2,2 для лешего. Скорость 242-245 км в час. Пристрелка на 25 метров. Вот мы видим по сетке, как можно использовать. К сожалению, по окружности я не нашел здесь размеров. Но можно вот по верхнему пеньку у нас будет 58 метров. При этом у нас прямой выстрел от 20 до 42 метров. На 58 метров по пеньку. По низу пенька вокруг окружности 90 метров. Потом у нас второй пенек идет 102 метра. Очень удобно. Третий перекладина, вот 37-го, 125 метров. И последний, 35-го, это у нас получается 138 метров.
Вот можете для практического применения на данном конкретном изделии использовать на кратности 6, это максимальная кратность, как баллистическую сетку. Меня очень удивило то, что здесь и запас поправок приличный, и механика в принципе соответствует всем заявленным характеристикам, но это, кстати, и не удивляет. На вот этих вот китайских прицелах в последнее время по механике никаких претензий. То есть механику делать они умеют. Запас вертикали 57 миллирадиан. Вполне себе за глаза его хватит всем. Моноблок в комплекте. Ну, его можно заменить, естественно, на любой другой. Но он сразу идет с выносом. То есть любители AR-систем, можете обратить внимание на данную оптику. В принципе, на этом можно и закончить. Прицел не доставил каких-то сюрпризов. Вполне себе добротное, крепкое изделие. Какую отдачу он держит, я, конечно, не знаю. Но здесь по гарантии, что они заявляют. Эти прицелы на Амазоне продаются, ну и здесь они будут у нас. 1 год гарантии они дают на этот прицел, то есть не пожизненные. Батарейка CR2032. Все остальное есть в комплекте. То есть прицел достали из коробки, установили и пошли работать. Никаких проблем нет.